О сложившейся ситуации в энергосфере и принятых им жестких решениях для ее улучшения Олег Бударгин уже рассказал на встрече с главой республики. В свою очередь, руководитель региона полностью их поддержал и подчеркнул, что нет смысла держать на рабочих местах людей, которые не справляются со своими обязанностями. Бударгин положительно отозвался о работе инженерной службы «Дагестанская сетевая компания». Положение республики самое правильное от Дагестана в части энергетики. Служба главного инженера хорошая. По производству доклад друг из республики у нас все достойно. Зиму прошли, снижение аварийности, сейчас подготовка к зиме идет, техподсоединение идет. И я буду брать себе деньги. У него форма. Тут... Если еще, извините, вас же вместе с руководителем федеральным он не приходит. Ну а в завершении мероприятия Абдулатипов за заслуги в области энергетики и большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса региона присвоил Олегу Бударгину почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Дагестан».